60-е начинался подъем строительства атомных подводных лодок в Горьком. Завод «Красное Сормово» работал в бешеном темпе. Руководство предприятия обязалось поставлять в МРФ по две подводные лодки в год. А с самого начала 70-го года началась настоящая гонка. Ведь это был особенный год, год ленинского юбилея. В одном из заводских цехов строились две подлодки проекта «СКАТ». Этот проект подразумевал оснащение подлодок ракетами подводного старта. В момент взрыва в цехе находилось 156 человек. Все они уже умерли от лучевой болезни. Заражение территории Сормовского района удалось избежать благодаря закрытости цеха. Однако вся радиоактивная вода была сброшена в Волгу. Стали доступны воспоминания Александра Зайцева, одного из ликвидаторов аварии на ядерном реакторе атомной подводной лодки. В тот день в цехе находились две подводные лодки. К-308, которая готовилась к спуску, и К-320, на которой должны были производиться испытания первого контура реактора. Это была первая в мире атомная подлодка с подводным стартом ракет. Случилось непредвиденное. Произошел несанкционированный запуск реактора. Он буквально мгновенно заработал на полную мощность. Не выдержали заглушки первого контура. Вырвало тяжеленную крышку люка подлодки. Она разбила стеклянный фонарь цеха на высоте 60 метров. Мощный радиоактивный фонтан воды и пара окатил все вокруг, стоящую рядом подлодку К-308, стены, потолки и полы сборочного цеха. Ну и, конечно, людей. Самопроизвольная цепная реакция длилась 10 секунд. Котел раздулся, как пузырь, но, выбросив избыточное давление, к счастью, не взорвался. Зато общая зараженность цеха составила 75 тысяч кюри. Огромная доза. Сормовичи искренне хотели отметить юбилей Ильича досрочной сдачей боевого корабля. Так они хотели порадовать защитников морских рубежей Родины. Но удивляло другое. Ведь к моменту происшествия на подлодке К-320 весь экипаж был полностью сформирован, и моряки могли поучаствовать в ликвидации последствий аварии. Но руководство ВМФ запретило морякам даже близко подходить к зараженной субмарине. Из тысячи ликвидаторов до наших дней дожило чуть более 300 человек. Вся документация, которая накапливалась в процессе, значит, дезактивационных работ на лодке, она была, сдавалась в первый отдел завода. Нельзя было тут ничего брать, никому читать, ничего. Они нахватали там под 1000 рентген. И у них уже ткани отваливались, и они их даже не лечили, бесполезно. Они сразу поняли, врачи, что их просто снимали, как они гибнут. Сегодня нижегородские ликвидаторы получают всего 866 рублей в месяц за счет регионального бюджета. Как отметил председатель законодательного собрания Евгений Лебедев, ликвидаторы подобных аварий получают соцподдержку из федерального бюджета в разы больше. По его словам, законодательное собрание Нижегородской области выступило с соответствующей инициативой и в прошлом году направило соответствующие документы в Москву. В Сормовском районе открыта мемориальная доска Александру Кузнецову, ликвидатору аварии на ядерном реакторе в Красном Сормове. Спонсором открытия мемориальной доски выступил депутат городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин. Выступая на открытии мемориальной доски, Дмитрий Кузин сказал важные слова о том, что без знания истории, без примеров для подражания, молодежи будет очень сложно найти себя и стать состоявшимися гражданами. История трагедии на Красном Сормове – это история настоящего патриотизма без пафоса. История тех, кто не дрогнул в тяжелую минуту, без паники, жертвуя своими жизнями, спас завод, район и весь город от катастрофы. Мы спасли район Сормовский и весь город. Нижний, ну, город Горький в то время был, сейчас Нижний Новгород. Мы убрали эту чуму.